День Евгении Шестаковой начинается с прогулки по своему микрорайону, в котором более 40 домов. Управляющая навещает амбулаторных больных, чтобы узнать, соблюдают ли они самоизоляцию. Шестакова Евгения Евгеньевна беспокоит управляющий микрорайоном. Наталья Николаевна, как вы себя чувствуете? Спасибо большое, нормально. Помимо самочувствия, управляющая интересуется, когда звонили или приходили врачи. Если требуется, консультирует по интересующим вопросам или сообщает контакты тех, кто может помочь. Есть какие-то нюансы, которые люди не до конца понимают. То, что могу объяснить, объясняю. То, что нет, передаю через своих сотрудников в администрацию, чтобы дальше уже передавали вопросы по назначению и возвращались с ответом. Всего в Советском районе сейчас 569 пациентов проходят лечение от коронавируса в домашних условиях. Сотрудники администрации и управляющие микрорайонами ежедневно проверяют, соблюдают ли они самоизоляцию. Либо звонят в домофон, либо общаются по телефону. Информацию про больных получают из поликлиник. Хочу отметить, что граждане стали бдительнее, ответственнее. Слава Богу, что они сидят дома, соблюдают режим самоизоляции, заботятся о своем здоровье. Но это для нас очень важно. В Советском районе с начала года только 4 человека нарушили правила самоизоляции. Все материалы переданы в отдел полиции, где будут составлены протоколы об административных правонарушениях. Штраф составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.